Ой, Миш, извини, пожалуйста. Что происходит? А что, вы нас прогнали, поэтому мы теперь тут играть будем. Вы ударили мячом пионера прямо по затылку. Миша, пойдем присядем. О, а мне идет. Выгляжу как настоящий дед. Чего ты так скорючился? Мы тебя не узнали. Эх, молодежь, запомните, я не Миша, я дед Миша. Привет, меня зовут Ева, и я из команды крутых деток. Cool Kids Mini – это детский художественный туб-сериал в параллельной вселенной Cool Kids. Ставь лайк, подписывайся на канал и увидимся в будущем! Фух, ну и жара сегодня. Давно так жарко не было. Ух, все, давай, собираемся и продолжаем тренировку. Как тут собираться? Я могу думать только о воде. Привет! Девчонки! Уходите отсюда, вы нам мешаете. Да, у нас здесь вообще-то тренировка. Чё-то не видно, стоите тут и языком чешете. А Миша вообще в сланцах. Вообще-то у нас мужские футбольные разборки. Идите разбирайтесь в другое место. Мы тоже хотим потусоваться на футбольном поле. Сори, Артём Зюзикович, лампа прям в глаза светит. Ничего не вижу. Ладно, давай я попробую. Ой, Миш, извини, пожалуйста. Что происходит? А что, вы нас прогнали, поэтому мы теперь тут играть будем. Вы ударили мячом пионера прямо по затылку. Миша, пойдем присядем. А вы, Артём Зюзикович, столбом не стойте. Принесите лед или мокрую тряпку. Как такое могло случиться? Вы же футболисты. Это Зюзик, он вообще не смотрит, куда бьет. Артём Зюзикович, вы же вожатый типа. Ну это просто футбольный азарт. Я думаю, там ничего серьезного, просто мячом долбануло, с кем не бывает. Странно, раньше Миша стоял без проблем на воротах, не то что сейчас. Стареешь ты, Миша. Не зря по телеку говорили, то что футболисты рано уходят на пенсию. Какая пенсия? Ты еще школу не закончил. Сеня, ты вообще ничего не понимаешь в спорте, иди свои вон книжки читай. Девочки, может сходим пообщаемся, Мише нужно отдохнуть. Да, пойдемте. Миша, пойдем с вами в догонялки играть. Делать вам нечего. Сень, ты вода. Ну как, Миш, как голова? Все замечательно. Раз твоя башка уже прошла, может пойдем чем-нибудь займемся? Нет, занятия для меня уже закончились. Это с какого перепуга? Я решил, что мне пора на пенсию. На пенсию? Это прикол? По-моему, Мише пора в больничку. Миша, не выдумывай, идем побегаем. Можете меня не уговаривать, я уже все решил. Футболисты уходят на пике. Ладно, оставьте его, видимо, еще не отошел от удара. Ох. А ты не знаешь, где оформить пенсию? В пенсионном фонде России. Ты даже не похож на пенсионера. Тебе никто не даст пенсию. Еще как даст. Я заслуженный футболист этого лагеря. У меня даже справка есть. Ой, девочки, давайте опять уйдем от него. Тоже мне пенсионер нашелся. Ведь они правы. Старые футболисты выглядят как старые футболисты. Либо мне не поверят, и пенсии мне точно не видать. Окей, Гугл, расскажи мне все о пенсионерах. Я в шоке с Мишей, это же надо придумать, пенсионер. У него беды с башкой. Ну что ты начинаешь, просто у него богатое воображение. Из-за его воображения все только страдают. Ну вот такой он человек, что ты предлагаешь делать? Нужно вправить ему мозги. Не, это долго. Это недолго. Достаточно одного удара. Ну, я думаю, это лишнее. Немного помечтает, а потом успокоится. Вот увидите. Отдай! Ты что, журналов никогда научных не видела? Зачем тебе научные журналы? Что за дурацкие вопросы? Я читаю. Ты читать умеешь?
не знала. Да он не читает, он просто прикидывается. Миша, это старье, у тебя же телефон есть. А он вредный и глаза портит своим излучением. Походу, Миша реально стал старпером. Не старпером, а пенсионером. Подобные журналы не сделал тебя пенсионером. У тебя свое мнение, у меня свое. Миша, хочу тебе дать дружеский совет. Ты не похож на пенсионера. Тебе нужно лучше стараться, чтобы тебе поверили. А вдруг у него и вправду получится? Будет всю жизнь кайфовать и пенсию получать. Девочки, я вас услышал. Прошу покинуть вас это помещение. Ну уж, у Артема Зюзиковича тоже должны быть старческие вещи. О, нашел. О, а мне идет. Выгляжу как настоящий дед. Чего это за дурацкий прикид? Ищу свой стиль. А ты случайно не хочешь нам помочь булочки сделать? Ох, не могу. Тем более мне пирожки противопоказаны. Не хочешь, как хочешь. Ну и ладно. Сеня, Сеня, внученька, постой, постой. Можешь мне отсыпать чуть-чуть муки? Забирай, у нас еще есть. Ой, какие нынче добрые внучки пошли. Вот так намного лучше. Стойте, дедуля, вы, наверное, за кем-то из внуков пришли. Подождите здесь, я их сейчас позову. Эй, народ, там чей-то дедушка пришел. Ну, чей дед приперся в лагерь? А что за дед-то? Он очень старый и еле передвигается. Может, он заблудился и зашел не туда? Идите и разберитесь с ним. И если нужно, проводите дедулю домой. Ой, нечего мне больше делать, со стариками таскаться. Ну, старше надо помогать. Давайте хоть посмотрим на него. Эй, старик, что ты тут забыл? Пойдемте, дедуля, я отведу вас домой. Постойте, это никакой не старик. Это что, Миша? Не гоните, посмотрите, он же седой. Ох, вы правы, внученьки, это я, Миша. Че ты так скорючился? Мы тебя не узнали. Эх, молодежь, запомните, я не Миша, я дед Миша. Правильно, ты не Миша, а клоун. Вот доживете до моих лет, поймете. Ладно, хорош уже, не смешно. И что с ним делать? Ему же нельзя здесь находиться в таком виде. Мне сейчас, Миша, до лампочки. Есть хочу, пойдемте обедать. Ух, наконец-таки обед. Деда Миша, ты идешь с нами? Ну, пойдемте пополничаем. Эй, убери свою клешню, дай похавать спокойно. А вы руки мыли? Конечно, что за глупые вопросы? А вы знаете, что много сладкого для детей вредно? И что теперь, ты будешь нас, как мамаша, отчитывать? Не трогай булки. Вы должны слушать старших. Миша, ты мне старше на полгода. Ладно, успокойтесь. Давайте спокойно пополничаем. Мне трудно жевать со вставной челюстью. Даже спрашивать не хочу, откуда она у тебя. Эх, нелегко на пенсии живется. А вот в наше время... Я устала терпеть этого старикашку. Пойду чем-нибудь займусь. Я с тобой. Миша, может, пойдешь с нами, если будешь себя нормально вести? Мими. Он что, заснул? Оно и к лучшему, не будет нам мешать. А Миша всегда такой? Какой? Странный. Эй, молодежь, потише, у меня тихий час. Мы просто общаемся. Вы мне мешаете. Мешаем просиживать задницу? Ну, простите. Вот хулиганы, совсем старших не уважают. Девочки, а кто из вас умеет бить поворотом? Я умею. После того, как Миша вышел на пенсию, мне стало не с кем тренироваться. Я помогу. И это все? Ты же сказала, что умеешь бить. Ну, извините, то, что я не Миша. Попробуйте попросить его. Не выйдет. Он теперь пенсионер. Мне надоел уже этот весь цирк. Если вы его не сможете образумить, то это сделаю я. Ладно,
Дед Миш, помогите, пожалуйста, потренироваться. Ну, раз внучок просит, то пойдем. Куда бить надо? Да просто бей. Вот это удар, зашибись. Да, в молодости я был хорошим футболистом. А ты уверен, что хочешь стать пенсионером? У меня нет выбора. Я слишком стар для футбола. Так как же ты меня достал? О. Ой, вот и кончился Дед Михалыч. А? Что? Что такое? Дед Миш, извините. Какой я тебе дед? Фух, слава богу, очухался. Эй, ты кто такая? Я тебя вообще в первый раз в жизни вижу.